Модуль номер 17. Болты для навинчивания. Целью занятий с данным модулем является развитие мелкой моторики, отработка вращательных движений пальцами и запястьем. Задание номер 1. Попросите ребенка помочь вам закрутить гайки. Каждая из гаек уже должна быть нанизана на соответствующий болт. Задание номер 2. Усложняем его. Просим ребенка самостоятельно найти подходящие гайки для соответствующих болтов, а затем закрутить их. Задание номер 3. Попросите ребенка закрутить болты другой рукой. Задание номер 4. Предложите ребенку сменить захват, используя, например, большой и средний пальцы. Задание остается тем же. Задание номер 5. Попросите ребенка закручивать гайки в определенном порядке. Например, справа налево или слева направо. Также можете указывать на болт, на который необходимо навинтить гайку.